Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Лояльность по отношению к окружающим, доброта и щедрость, особенно это проявляется с родственниками и друзьями. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Буква «З» в имени говорит о пессимизме и большой напряженности. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Такие люди всегда имеют свое мнение и имеют его отстаивать. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Если их личная жизнь складывается удачно, то из этих людей получаются прекрасные супруги, заботливые родители, верные хранители семейных ценностей. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Люди с этим именем очень лояльны, добры и щедры к друзьям и к родственникам. Иногда эти люди чувствуют, что находятся под чьим-то пристальным вниманием, обладают богатым воображением и высокой интуицией. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.